Также полицейским удалось задержать 32-летнюю продавщицу магазина. Она подозревается в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Полицейские выяснили, что год назад молодая женщина совершила аналогичное преступление. Продала спиртное 17-летнему парню, не проверив у него документы. За это ее привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 15 тысяч рублей. В связи с тем, что подозреваемая в течение года повторно совершила правонарушение, в отношении нее отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года.